Правда состоит в том, что практически все неврозы со временем проходят сами. Почему это происходит? Потому что у человека меняется жизнь. Возникают дополнительные проблемы и трудности, новые жизненные ситуации и привычки, пусть и патологические, с которыми человек жил раньше, имеют меньше шансов заявить о себе. То есть новые нейронные сети в любом случае постепенно вытеснят из вашей жизни те патологические динамические стереотипы, которые сейчас вас мучают. Мозг обладает достаточно высокой нейропластичностью и адаптивностью. Но, к сожалению, это может произойти и через 10, и через 20, а то и через 40 лет. Готовы ли вы на то, чтобы такую значительную часть своей жизни потратить на свой невроз, никому не нужные страдания, которые вполне возможно устранить, если действовать правильно?